Всем привет, Всем привет участникам нашей лотерейки. Сейчас мы будем разыгрывать с вами вот такую вот куклу «Голубь мира». Все уже оплатили, билетики купили. От одного оказалось до 22. В последний момент девочка попросила 2 билетика, и мы добавили еще 2 билетика. Вот такая куколка сегодня обретет свою хозяйку. Так что будем разыгрывать. И будет еще бонус-приз. Я, конечно, не успела его доработать, но доработаю. Все видели у меня моих котиков. И сейчас я котиков делаю с сердечком. Котик в лапках держит сердечко. Будет доделан вот такой вот котик-брелочек. Это будет бонус-приз. Теперь у нас в этот раз будет мешочек. Здесь у нас лото. Я уже специально выбрала вот такие бочоночки. Сейчас покажу, что здесь действительно есть все номера. Хотела прямой эфир сделать, что-то не получилось. В тот раз так хорошо было, в этот раз не очень. Я не успею, это рассыпется. Так, теперь сейчас от 1 до 22. Илюш, держи мешочек, а я буду туда их складывать. Потом все это хорошо перемешаем. И Илюша достанет сначала один номерок, потом второй. Так, Илюш, тихо. Держи мешочек, будем складывать. Так, номер 1. Номер 2. 3. 4. Где пятерка? 5. 6. Именно 6. Точечка внизу. Вот 7. 7. 7. Не 1, а 7. 7. 8. Вот девятка. 9. 10. 10. 11. 12. Нет. Где 12 у нас? Вот. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16 17 18 18 18 19 20 21. Подожди, надо же показать. 21 и 22. Гуси-лебеди, как говорят. Теперь мы этот мешочек завязываем, хорошенько перемешиваем, чтобы я запуталась. И какой бочонок Илюша достанет, тому и я достанется. Я надеюсь, что Ваня с Никой. Да, посмотрим. Пусть выиграет именно тот, кому действительно нужна эта кукла. Хай это будет нужна Ваня с Никой. Потому что я их больше всего люблю. Да, молодец. Все. Ну, та-да-да-дам. Барабанная дробь сейчас. Открываем. Вот так покажу, что... Давай, доставай, чтобы все видели. Перемешай. А ну. 21, ребята! Это Кванис. Это Злата. Моя партнерша. Да, это твоя партнерша. Мама ее в последний момент купила билетики. 2 билетика, 21 и 22. Все. Мы отставляем этот бочонок, и теперь кто у нас выиграет бонус-приз? Ага, и Чебурашка, и эти. Нет, Чебурашка у нас идет на продажу. Бонус-приз у нас будет брелок-котик. Котик с сердечком. Так, доставай. Давай. Энки-бэнки, серебряненьки, энки-бэнки, шлёп. Шлёп. Какой номер? 6. 16. Это чей у нас номер? Это Наташа. Наталья, которая подарила мне мастер-класс вот этой куколки. Спасибо еще огромное. Раз. Нет, все. А, вот эту куколку, вообще этот мастер-класс платный. Куколка он... поедет к моей поднюшечке. Да, он авторский. И Наталья просто узнала, откуда мы, и
предложила, говорит, я у нее купила два мастер-класса, и она предложила, говорит, ну выберите себе какой-нибудь один, но мне понравился именно вот этот, и наподобие вот такого котика, только там другая пряжа и по-другому вязка. Это я вперед нашла мастер-класс, это бесплатный, и я вяжу этих котиков. По ее мастер-классу котика еще не вязала, связала вот эту куколку. Наталья, спасибо огромное, и в знак благодарности тепло наших ручек, моих рук, поедет к вам вот этот голубой котик, но он будет еще с сердечком. Потом фото в группу обязательно я скину, увидите, какой он будет. Такой уже котик есть, только желтый. Так что всем удачи и, пожалуйста, напишите, да, что бы вы хотели еще приобрести в лотерейке. Какую игрушку еще связать для лотереи. И всем пока. Удачи в будущих лотереях. Всем пока. Ставьте лайки.